Так, Нагорный кубок, ребята, Нагорный кубок. Продолжаем, но у нас есть сундучок. Давайте посмотрим, что в сундучке. Новая краска, смотри. Блин, классно. Может быть, мы ее как раз сейчас и примерим. Новую окраску машинки. Желтый. Ух ты, золотая тачка у нас. Прикинь, суперкар. Поехали. Все, идеальный старт. Так, а у меня здесь ускорителя-то нет никакого. Поэтому я могу, скорее всего, и проиграть. Куда ты так взлетаешь? А, у меня прыгалка. Зачем мне эта вот прыгалка, господи, боже мой. Она даже не прыгает. Так, опять у нас горы эти. Давай. Надо убрать эту прыгалку. Не знаю, зачем она у меня стоит, почему. Так вот у меня. Ай, башкою, да конечно, стукнулся. Лучше вместо вот этой прыгалки мне защиту бы отдал бы просто. Опа, второй раз я ударился. Какая жалость. Так, ребята, давайте поиграем в интенсивный и поедем мы на автобусе. На автобусе давайте изменим внешний вид. У меня появилась мордашка новая. Вот такая мордашка. Фермер называется. Все, поехали с фермером. На экс... Как? Этот самый, как называется? Ой, что у меня оторвалось сразу автобус-то? Так, ладно. Вонючий случай, они все попадали, у меня один только чувак остался. Да кого? И чё, и ты тоже упал? Блин, не знаю. Не знаю, почему так получается, но, короче, все у меня, ребятки, улетели с автобуса. Я один буду ехать. Ну, давай. Ё-моёшки. Теперь нам надо как-то перепрыгнуть эту всю канитель. Не знаю, получится или нет. Ах ты, вонючий случай. Давай. Давай. Да ё-моё. Поехали. Вот переворот. Ты молодец делаешь, да? Давай, выезжай отсюда. Смотри, он опять переворот делает. Вот зачем ты крутишься, алё? Ты дурак. Давай, выезжай отсюда. Короче, не знаю, как сюда выехать теперь. Отломали мы эту штуку с вами. Капец. Ну, у меня сейчас так бензин кончится. Да, молодец. Молодец, что я могу сказать? Так, а у меня здесь, смотри, есть бесплатный сундук. Давайте откроем. Так, спасибо. Так, приключения. Пляж. На вот этой гоночной. На гоночном грузовике поехали. А почему вы и нет? Да, я на пляже ни разу на грузовике не ездил. Да ё-моё. Сколько много у меня всяких разных... Где я не ездил еще ни на чем. Сколько у меня машин? Ну что, у меня весь гараж куплен. Ну, блин. Как будто у меня 1 200 000 000 машинок. И всегда на какой-то машинке я определенно на какой-то трассе не ездил. Мама моя дорогая, почему так? Ну, грузовичок мне нравится. Грузовичок вонючий. Ты что сюда залехал-то, а? Скажи мне. Может быть, мне прокачать грузовик? Прокачивать. У меня 100 тысяч есть. Может, мой грузовик прокачать? Ой, ребята, сколько хочется машинок прокачивать всяких разных. Даже не знаю, какой именно прокачивать. Ну, грузовик хороший, хорошая машинка. Она, во-первых, одна из последних в гараже находится. Это значит, что это очень даже солидный такой автомобильчик, мощный. И его можно прокачивать. Он везде проедет. Тем более он красивый грузовик. У него защита есть, хотя бы для головы. Чем бы его не прокачивать? Ладно, 100 тысяч есть у меня. Может быть, мы и грузовик начнем прокачивать. Ой, да сколько машин вообще всяких интересных. Все хочется прокачать, конечно же. Такс. Бензинчик взяли. Едем на пляжике. Солнце, море, пляж, вода. Круто. Вот что значит, люди отдыхают, да? На пляже, на море. На море ездят. Отдыхает. А мы тут едем на машинке и смотрим на все эти красоты.
прелести отдыха пляжного. Солнышко, все дела. Так, оп-оп-оп, аккуратно. Так, ну магнит тут определенно у меня слабенький на этом грузовике. Надо магнитик прокачивать. Экс. Ой, давай, едем. 106 тысяч. Офигеть. Вот немало. Это нормально таки. О, давай, выезжай. Еще немножко. Во. Давай, ты справишься, грузовой. Грузовой мой автомобильчик. Видолашка непрокачанная. Так, домики пошли. Я не помню, на какой машинке я ездил, что я прям их ломал. На танке, что ли? Ну, типа танка. Ну, танк сам по себе очень мощный, грозный транспорт. Поэтому... Так, меня радует, что бензин не так быстро кончается, как обычно он не заканчивается. Опа! Так, вот я не заехал сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а снизу я проеду? Блин, я трачу времени. В смысле? Эта фигня не убирается никак? Подожди, почему я подумал, что она убирается? А как мне... А что мне тогда делать? Ладно, будем... стукаться. Что будет? Вообще не... Смотри, я там двигателю ничего не делается. Он просто дымит. Но он не ломается. Сейчас, может быть... вообще ничего не могу сделать. Ребята, я не могу отсюда выбраться. Ну, скорее всего, это западня такая. Я не знал, что здесь такая западня. Ну, ладно. Как бы. Фиг с ним. Слушай, а почему бы мне еще раз не проехать? А, в пляже на этой машинке, на грузовике. Так, ну что, давайте, ребят, на лихаче-то проедем. Оп, я здесь ни разу не ездил еще на лихаче. У меня двойные монетки. Мы играем в режиме пляж. Так, кто не догадался? Ну, я думаю, все догадались. Получаем очередные наши звездочки. Ух ты, замечательно, у нас 100 тысяч монеток есть. И мы сейчас будем потихонечку увеличивать это количество. Тикс. Давай. Ох. Так, надо не дождаться, пока у нас там пламя идет. Идет пламя, значит все плохо. Машинка наша разломается. Уже начала трястись. Уже трясется. И у меня еще, кстати, новые колесики есть. О, ты понял, уже разломалась тачка. Офигеть. Ой, эта крышка сломалась. Все. Ладно, так едем. А, ну, что, на улице жарко. На пляже все-таки. Отдыхаем. Гуляем, ездим. Хорошее настроение у нас. Хорошая погода. Тепло. Так. Сейчас 100 звездочек у нас. Так, давай. Опа, так, взяли монетки. Так, у нас двойные монеты, поэтому нужно аккуратно ехать. Все монетки собирать. Вот таким макаром. Таким способом. Так, тут проезжаем. Ох, начинает, видишь, свистеть движок. Выгоняться. Дым такой, огонь. Вот, надо внимательно, аккуратно ехать. Так, проедем. Есть, хорошо. Икс. Что у нас по бензину? Бензинчик кончается. Давай, поднимаемся. Опа, на одном колесе мы. Да, 110 тысяч. Уже приятно смотреть, ребята, прям не на эту сторону. Слева, где у нас... расположены деньги. 100 тысяч. Это хорошая сумма. 100 тысяч. Так, давайте попробуем подняться. Сюда, наверх. Ну, такой лихач он. Вы знаете, что проблема. Что ускоряешься, и у нас, ребята, тратится
тратится бензин очень сильно. Вот, опять бензина, смотри, нету. Ё-моё, давай. Ай-яй-яй, всё, не доехали. А, кончилось всё. Кончился бензинчик у нас.